со всего мира, со всех мест. Все должны быть, взор их должен быть направлен на Нью-Джерси, там состоится конгресс, и все должны буквально помочь, чтобы это осуществилось хорошо. У нас есть общее наше объединение вокруг конгресса по всему миру. Люди, которые, темы, которые мы там обсуждаем, вы их знаете, мы постараемся их еще больше раскрыть. Оттуда все получают подпитку. Это пятница, суббота, воскресенье. Должны быть все связаны с ними. Намерение, чтобы все преуспели, и особенно, чтобы американское кли обрело свою правильную форму. Мы очень нуждаемся в этом. Весь мир нуждается в этом. Я надеюсь, что, наконец, наши товарищи найдут в себе силы и достаточно мощи, разума, чувств для того, чтобы объединиться, и для того, чтобы сформироваться как одно большое кли, в котором есть и Learning Center, и новые, и англоговорящие, и испаноговорящие, разные люди, женщины, мужчины, старые, молодые, те, кто стремятся к интегральному воспитанию, те, кто думают только о науке Каббала, они понимают, что интегральное воспитание — это реализация науки Каббала. Короче говоря, в общем, в итоге мы должны заботиться о том, чтобы американцы обрели правильную форму от этого конгресса, чтобы начали чувствовать, что они должны быть вместе, что это трудно это принять. И говоря о том, что там очень много новеньких, будем надеяться, что все наши намерения на них повлияют, и так это произойдет, и все.